На территории Судана археологами были обнаружены пирамиды для бедных. В отличие от египтян, их южные соседи во времена существования государства Куш строили погребальные сооружения не только для знатных людей, но и для крестьян. Пирамид в Судане больше, чем в любой другой стране мира. Для меня это дружба, это межнациональное как братство, это связь между разных цивилизаций, разных культур. Это все это для меня, это очень важно. Для меня, я думаю, это важно для всех, и мир нуждается именно в такой, в дружбе именно.